Всем добрый день. Сейчас буду показывать, в общем, чего же у нас новенького. Так, вот это AliExpress. Ой, слушайте, заросла как это. Давно с вами не виделась. Знаете почему? Потому что вот два предыдущих видео. Короче, я их хотела в одно видео сделать. Сначала сделала, смонтировала, оно у меня никак не обрабатывалось. Поэтому у меня получилось два куска. В общем, ну я думаю, у меня эти подписчики поймут. Короче, вот. Косяки бывают у всех блогеров. Вот. И это, у меня очень длинное получилось, там 40 минут почти. И я никак его не могла, в общем, при монтировании там обработать. Вот. Поэтому потом, короче, даже я пыталась один кусок сначала как бы смонтировать, там обработать, да, потом второй. И у меня... Короче, выдает, я же в телефоне все делаю. В телефон выдавало, что нехватка памяти. Я память очищаю. Удаляю эти там приложения, там все, что ненужное было. И опять выдает нехватка памяти. Я уже вчера психанула. Думаю, я выставлю, в смысле, попробую через компьютер. В компьютере программка там. Вот, для монтажа видео. Не получилось. Что-то там ошибку выдает. Вот. Потом как психанула, как выставила, как было. И все. Так что меня не ругайте сильно за то. Так. Ага. Что-то тут до меня быстро дошло, что ли? Ну-ка. Ничего себе. Вот это да. Вот это да. Очень быстро. Где-то недели за три, наверное. Когда была? Вот Черная пятница была. Нет, за месяц, да, получается? В ноябре была Черная пятница. Вот. И, короче, я давным-давно медитировала вот на эту вещь. Прям я и вот ее жутко хотела. Вот. Стоит недешево. Вот такой вот чайничек. Это где-то литр, по-моему, чайник. Вот. Слушайте, дошел классный, нигде. Это эмалированная сталь. Это получается... Вот вчера я получила эти посылки. Сейчас еще одну покажу. А вчера было 20 декабря. Да, получается месяц. Ты что тут ходишь? А? Нет, тут собачка ходит. Вот такой крутой чайничек. Я, знаете, где-то год, наверное, или больше, все хотела этот чайник. Я, короче, видела на Pinterest картинки с таким чайником и думаю, так, надо взять. Но тут у меня собакенка просится, не буду их показывать. Вот. И все медитировала. А стоит недешево, эмалированная, там где-то... Почти 7000 тенге. Вот. И на Черную пятницу чуть-чуть подешевле заказала. Выбирала. Смотрите, там есть разных цветов они. Именно вот такие чайники. Вот. И внутри он синий. Вот. Ну, думаю, ладно. И так будем. Это вообще как кофейник. Написано кофейник. Вот. Будем пользоваться также. Вот. Слушайте, коробочка хорошая. Хорошо запаковали прям. Здорово. Здорово, что он дошел не через полгода, как предыдущие посылки. Вот это тоже AliExpress. Так, что же здесь пришло? Посмотрю. Кстати, я сегодня чай вообще не пила. Уже час дня. Я чай не пила. Вот. Вот оно. Вот. Тоже хорошо запаковано. Так.
прям нравится мне, когда вот в эти запаковывают. Не точно уж ничего не разобьется, не стукнется, ничего. Все целое дойдет. Вот. Смотрите. Заказала кружечку. Вот такую вот к Новому году. А, слушайте, классная кружка дошла. Прям все целое. Прям нигде ничего не отколото. Ну, небольшая она. Вот специально с оленем вот такую вот хотела. Вот, это мне для фотографий. Я тут собираю же всякие эти. Ну, вы же знаете, да, что я фотографирую. И это... Атрибуты мне всякие нужны. Смотрела как-то одну девушку, в общем, по Ютубу, да, она предметный фотограф. И она говорит, вот камеру вы покупаете один раз, да, свет покупаете, а все остальное там, всякие атрибуты, это прорва. Я говорю, точно прорва. Это дыра такая. Короче, вот это, знаете что? Вот это вот со всякими тут прибамбасиками зарядка. Это антилай. И это вот вставляется, по идее, должно вставляться в розетку. Да, заряжаться. Короче, это ультразвук антилай. Вот. Тут вот. И это уже не Алиэкспресс. Это я чуть не сказала. Ты куда? Вот она тут дверь открывает, хочет туда уйти. Сиди уже здесь со мной. Чего ты туда идешь? Вот. Короче. Короче, это если есть щенки, можно только до 6 месяцев. С 6 месяцев. И, по-моему, там написано до 8 лет. Короче, подзарядка. Вот. Вставляете, заряжаете, и оно действует, знаете, как это Wildberries. Я еще не сказала, это Wildberries. Это покупки мои сейчас пойдут с Wildberries. Это я вчера получила. Вот. В общем, там, когда собака лает, как щелчок такой. Мы слышим, как щелчок просто. А собаки слышат на низкой частоте. А звук неприятный, и как бы это влияет на них. Вот, антилай такой. Ну, посмотрим, как будет действовать. Вот. Что еще взяла? Вот так вот, раз. Стой тут, коробка. Это тоже антилай. Я решила их два взять. Вот тот, вот этот, он на радиус действия 2 метра. Вот, вот этот вроде бы на 10 метров. Вот, я еще прям там на Wildberries вчера проверяла, просматривала все. Здесь вот невозможно было проверить, потому что он действует вот USB кабель. Вот, но я ничего не включала, но я как-то не додумалась вчера вот. Не знаю, это надо зарядить его. Вот такой, как будильничек. Вот такой вот. Вот. USB кабель, в общем, такое все. Это вот на Wildberries я заказала. А есть вот, по-моему, вот такие вот есть на этом, на Алиэкспрессе. Вроде бы видела я там. Вот. Но мне надо было побыстрее, более срочно. Вот, поэтому я это заказала на Wildberries. Это не уличные, это в комнату. А если вы, например, идете по улице, да, и на вас там, ну, собаки лают, там нападают, например, да, тогда есть такие вот переносные, вот как фонарики. Нажимаете там, и он действует. Так, вот это, что это? Это... Сейчас покажу, что... А, тут я уже разрезала же. Это мне для фотографий нужно. Это светильник. Вот такой светильник. Вот он здесь вот еще я его подсоединю.
Это вот он вот так вот на подставке, это диодный. Вот такой вот. Я обходила тут близлежащие хозяйственные магазины, где вот разные лампы, светильники продают. Но вот такого не встретила и решила на Вайлдберриз заказать. Ну, его не проверишь так-то вот без... как бы на Вайлдберриз я не проверяла. Там как бы не было такой, наверное, возможности. А если в хозяйственных магазинах продают подобные, то там они проверяют. Вот. Что еще взяла? Вот такой светильник. Короче, ну я уже открывать не буду, я его уже, или ладно, открою. Короче, я его уже тоже там просматривала. Думаю, у меня гараж же есть. Мало ли, что придется вечером пойти там, например, да? Гараж у меня в том же районе, где и ребенок учится. Школа там. Рядом. Там частный сектор. Вот. И мало ли что. Да и дома могут, да, отключить этот свет там. У нас есть маленькие фонарики, у нас есть. Вот. Вот фонарик, вот, да. На батарейках. Свечки есть. Да полно всего. Вот. Но вот эта вот вещь крутая. И, значит, он, значит, это... Два режима у него. Вот такой, значит, посередине лампочка горит. И вот такой вот. Вот. Ну и как бы мы когда... У меня, вы знаете, вот когда после жизни в деревне, да, в нашей, ну мы там, как сказать, первые годы, когда жили, мы пользовались вот фонариками там. У нас все время свет отключался. Особенно, ну, вообще свет часто у нас отключался, особенно первые годы это вообще. И вот, значит, это, вот это, вот эта подзарядка, да, вот. И вот это здесь шнур, я понимаю, так, и что-то еще, короче. Короче говоря, живя в деревне, да, нам все время нужны были фонарики, периодически там. Вот, особенно, когда мы первые годы там жили. И свечки, фонарики, это прям, это лампы керосиновые там и так далее. Вот. И как бы все время свет нам отключали там. Как какая-то стихия там, да? Дождь пошел, снег пошел, у нас все время отключался свет. И поэтому мы привыкли, и даже, знаете, вот даже уже много лет в городе живу, а какая-то вот воспоминания, ассоциации какие-то. Короче, это тоже подзарядка, что ли? Короче, вот. А, это, знаете, в машину. Где-то упал шнур этот. В машину это от этого, от прикуривателя или от чего там вот заряжают. Вот. Короче, и вот шнур. Вот. Все. Поняла. Коробку выкидывать не буду. Ну, я буду так хранить коробки, мало ли что. Вот. И, кстати, я здесь уже, живя уже здесь, я покупала небольшой такой фонарик тоже аккумуляторный. И поскольку уже здесь же не приходится часто пользоваться, там, допустим, ну, раньше не приходилось, да, как бы идешь по городу, даже все там светит, то как бы даже вот здесь вот бывает там в квартире что-то там свет отключили, пользовались, вот один раз зарядили и надолго его вообще хватало. А потом у меня так получилось, что он у меня упал и все, короче, ему. Вот, хорошо упал. Вот это свечи восковые. Смотрите. Заказала. Я, короче, смотрела там. Что-то заказала так быстренько, да? А вот еще вложили эту. Благодарим за заказ. Будем рады увидеть ваш отзыв на сайте. Ваши положительные отзывы очень важны для нашего развития. Ну, такая вот.
И это восковые свечи. Вот, три свечи. Ой, не, ну вот они невысокие. Там, короче, я когда заказывала, я не посмотрела размер. Там, по-моему, есть и больше свечи размером. Вот. Так что, ну это мне вот, ну и пожечь для фотографий тоже как бы. И для этого, и для этого. Вот. Фотографии вообще круто. Постоянно, вот особенно новогодняя тема сейчас, да? Вот. Так. Это я бумажку чуть не попала просто сюда в пакет. Вот. Мне вот такую крутизну заказала. В коробке. Сейчас крутизна будет. Короче, смотрите. Я уже тут распаковывала. Вот эта крутизна была вот так вот завернута. Вот в такую бумагу. Да? И вот такой веревочкой завязана. Сколько я уже развязала, но я веревочку все равно сохраню. Вот. Да, рекомендации по уходу. Мыть теплой водой сразу после использования. Протирать на сухую и хранить в сухом месте. По мере необходимости обновлять поверхность с помощью минерального масла. Вот. Вот такая вот штучка тут прикреплена была. Вот что. Вот такие доски. Две. Там как-то вот, я их когда заказывала, да, вот они, набор получается. Я когда заказывала, я думала, что они чуть побольше размером. И вот это вот тоже, да, побольше. Я думала побольше как-то вот, но пришли вот такие вот. Ну, думаю, да ладно, что-то я или размеры там, по-моему, там, по-моему, не было размеров. Что-то такое. Вот, потом думаю, да ладно. Мне какая разница? Вот. Вот такие вот. Мне особенно вот это вот хорошо, поменьше подойдет для фотографий. Вот. Очень хорошо прям это. Я искала потемнее. Мне кажется, что они на сайте, на самом, на фотографии темнее. Вот. Мне надо темные доски. Ну вот. Как получилось. Пришли вот такие вот. Хорошо обработанные, все классно, интересненькие такие вот, вот, вот такие вот неровные получается, да, по-моему, ручки у них, ну, вот эта вот часть, ну, короче, вот, вот такие вот, да, вот, в общем, красоту такую заказала, вот, это еще не все. Сейчас вот это разложу, буду следующее видео снимать. Ждите следующего видео. Вот, давайте.